Тюбик немножко подумал, подумал и понял, как проще всего набрать часы просмотра на Рутубе. Для этого нужно видео выкладывать не в категорию животные, музыки, кино, а нужно выкладывать видео в категорию юмор. Ну, на Ютубе типа до монетизации далеко. Ему надо набрать 4000 часов просмотров. Пока набирает 1000 подписчиков. Ну, ВК тоже можно монетизировать.